Доброго дня, друзі! І це Україна. Вітаємо і хочемо вам презентувати дуже яскравий автомобіль, але бачите, без тормозов. Машина гады украли тормоза. Ну, на самом деле, здесь на переднем левом есть тормоза, на переднем правом колесе нет суппорта. Немає суппорта. До речі, суппорт в прямому перекладі з англійською це підтримувач чи тримач. Ну, удерживает колодки, он в нашем случае так это получается. Итак, друзья, Альфа Ромео 75. Ну, це дуже крутой по стилю и по дизайну автомобиль. До речі, у этого автомобиля все целые ручки. Все лихтарики целые. Фары целые. Решетка чуть-чуть тут немножко покоцанная, но целая. Этот целый фонарик. Вот здесь небольшой скол. Но это мелочи жизни по сравнению с тем, что весь этот автомобиль имеет все элементы. Даже вот этот светоотражающий. Кстати, обратите внимание на буквочку О. Ромео. Имя немножко подпоганили. Зато он на месте. Он есть. И есть вот этот светоотражающий элемент с подсветкой номера. Тоже на месте. Смотрите, какой правый задний фонарик. Левый задний фонарик. Бампер. Состояние бамперов. Что нас смутило, это, конечно, бачите, Тольятти. Але воно працює. Смотрим всередині. Звертаю вашу увагу на состояние души в этом автомобиле. Работающий компьютер, работающие дворники, работающая печка. Вот этот переключатель работает. Работающий ручник. Друзья, работающий ручник. Все, конечно, здесь разобрано. Вот так вот мы этот автомобиль и забрали. Ну, только банка с водой перекочевала с багажника сюда. Вот в таком состоянии салон. Самое интересное я вам показываю. Вот эта кнопочка — пуск двигателя. Открываем здесь. Бачим степень колхоза. А это у нас включение света. Что вот это, никто нам не смог ответить. Даже те хлопцы, которые нам торжественно вручили этот автомобиль. Понятное дело, не работает спидометр. Но надо отдать должное. Замыкается руль. Замыкается руль. И а теперь самое главное, друзья. Я хочу вам два слова рассказать, пока мы сейчас тут пытаемся нащупать эту ручку открывания капота. О, видите, вместе с капотом, вместе с ручкой смещается вся панель приборов. Самое интересное, что я хочу вам рассказать.
что это самое, что пару моментов о самом автомобиле. Друзья, ну, кто не знал, хочу напомнить о том, что именно эта марка Alfa Romeo 75 именно этот автомобиль, поверну руль специально правильно, был спроектирован непосредственно центром стиля Alfa Romeo и производился с 1985 по 1992 год в Милане. Хочу сделать маленький акцент на то, что названа эта марка 75, Alfa Romeo 75, благодаря тому, что на тот год начала производства, я думаю, 1985 год, Alfa Romeo уже 75 лет выпускала автомобили. Здесь, кстати, пятиступенчатая коробка. До речи, все передачи включаются, и коробка находится сзади. Ну, поэтому у нее и нет тормозов. А теперь, друзья, ради чего мы решили не дать погибнуть этому автомобилю. И сейчас самое главное и самое прикольное, если у нас получится с первого раза, да, получится, приготовьтесь. Я думаю, то, что вы сейчас увидите, не ожидал просто никто. И я уверен, что дизайнер автомобиля Кресони, ну, Эрмана Кресони, ему стоит приехать, чтобы проехаться на таком автомобиле. Итак, барабанная дробь, друзья, приготовились. Хоп! О чудо! Украинцы смогли сделать то, что не смогли сделать итальянцы. В знаменитый спортивный седан. Сейчас я поставлю упор капота. Хоть он тут есть и он здесь работает. Приторочили ВАЗовский мотор. Причем ВАЗ-2101. Вон там написано. 01. Причем мотор видавший виды. И я не думаю, что он столько наездил вот это вот все в этом кузове. Уже в этом кузове. Но, друзья, до речи, это наш аккумулятор. Мы с собой его привезли. Что, на что хочу обратить вашу увагу. Генератор Bosch. Бачите, вон туда он, я показываю. Bosch. Это того стоит. Коллектор. Обратите внимание, как тут пришлось изощряться для того, чтобы сделать здесь выхлопную систему. Но она сделана и работает машина довольно тихо. Не всегда нам удавалось его запустить со стартера, но я сейчас это попробую сделать и вам это продемонстрировать. Итак, самое главное, друзья, самое главное, услышьте нас. Мы запрошиваем всех желающих, у кого есть Alfa Romeo или кто фанат Alfa Romeo, с Украины, с Италии, будь ласка, приезжайте. Мы вам дадим возможность сделать тест-драйв этого уникального автомобиля. Запрошиваем welcome на тест-драйв Alfa Romeo 75 с двигателем ВАЗ-2101. А теперь мы попробуем запустить. И я не шучу. Мы здесь, ну, какое-то время, может быть, это будет месяц, мы этот мотор не будем отсюда вынимать. И я поставлю ручник, чтобы вы почувствовали. И благодаря этому я просто всех желающих приглашаю. Обратите внимание. Еще раз включу. Хоп, обратите внимание. Компьютер работает. Слышите? Жужжит бензонасос. Есть подсос, друзья. Вот он. Ручной.
пожалуйста, смотрите. Ручной подсос. Одной рукой неудобно, но я... О, вот я наконец-таки вытянул. Итак, ключ на старт. Ага. Хрен там. Но это, знаете, это как бы не проблема. В дороге у нас такое тоже было. У меня сейчас тут нет моей замечательной отверточки. Вот. Но я попробую залезть туда разводным ключом. Так, я передачу выключил. Вот. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Заводись. А вот так. Работает? Работает? Да, его немножко колбасит. Немножко колбасит. Мы сейчас ему... О, ключик немножко подплавился. Боевой ключ. Мы ему чуть-чуть сделаем апгрейд. Может, свечки поменяем, потому что там они разные стоят. Вы слышите это? Так что, друзья, welcome to Ukrainian in test drive Alfa Romeo 75 Engineer UAZ-2101. UAZ-2101. Всех обожающих запрошуем на тест драйв. Побачимось, друзья. Смотрите, дверь одна открыта. И моргает одна кнопочка. Бачите, я сейчас беру ее, закрываю. И не моргает. Так что тут еще что-то работает. Я не шучу. Приглашаю на тест-драйв всех желающих. Или, по крайней мере, в Украине тех, кто имеет Alfa Romeo. Будь ласка. Это уникальный случай. Проехаться на Alfa Romeo 75 с двигателем УАЗ-2101. До встречи!